Конфиденциальная информация. Звучит сложно, но смысл простой. Это то, что не надо сообщать о себе другим людям. Вдруг узнают мошенники. Тогда они выйдут в интернет под твоим паролем, наврут про тебя родителям по телефону или потратят деньги с банковской картой. А если грабители выведают адрес и что все уехали в отпуск, то в два счета обчистят дом. А всего-то и надо было беречь свои секреты.